Сегодня вопрос дня звучит так. Что в первую очередь угрожает экологии озера Байкал? Загрязнение, наверное. Там же это фабрика бумажная. Если целлюлозно-бумажный завод не закроют, значит, будет плохо. Насчет озера Байкал не знаю, я ни разу там не была, поэтому не могу сказать, что может ему угрожать. Я думаю, экология всей России. Дорога, которая рядом проходит, по берегу озера там очень много грязи. То есть автомобильная железная дорога. Промышленные предприятия, которые сбрасывают отходы. Я думаю, что ему ничего не грозит. Только если отдыхающие, которые будут его загрязнять. То есть вести себя некультурно, как многие делают у нас в России, к сожалению. Конечно, наверное, большое количество туристов. Что-то как-то далеко Байкал взяли. У нас тут своим рекам и озерам много чего угрожает. Но в первую очередь, я думаю, что это безалаберность самих людей. Люди идут и не замечают, что они сами мусорят, и либо сами потом сюда будут возвращаться, неизвестно, вернутся ли они в этот лес или все сгорит, либо потомки, которые будут приходить, а там уже будет все замусорено. Я сама с озера Байкал, и так как его очень сильно загрязняют, то животные, я уверена, скоро там начнут вымирать, не будет той рыбы, которая славится озеро Байкал. Поэтому надо следить за природой обязательно. Наверное, самая главная причина – это завод, который там находится. Это самая главная причина. И одной из главных причин – это люди, которые приезжают туда отдыхать, потому что люди за собой не убирают, приехали, отдохнули, всю грязь оставили и уехали. Хотелось бы, чтобы народ, наш народ, который там бывает и отдыхает, тоже как можно меньше вреда наносил окружающей среде, потому что мы сейчас видим, как горит тайга. Это благодаря нам, как говорится, кто отдыхает или кто-то там жжет костры или, может быть, просто нечаянно что-то бросил, какой-то окурок. Вот. Все зависит от людей, от нашего отношения. Вот будет отношение к природе, к нашей природе такое, ну как вам сказать, любить то, что нас окружает. Ну такого не будет. У нас будет все хорошо, и Байкал наш будет красивый, вот. И вся природа будет процветать. То есть нам надо меняться в первую очередь.